Иногда эти праведники появляются перед людьми, совершая для них чудеса. Вы это имели в виду, что мы, это помогает нам подняться по ступеням? Это означает чудеса? Нет, это не чудеса. Чудеса — это против законов творения. Здесь то, что мы учим, это согласно законам творения, как парцуфы, которые находятся в каких-то местах, могут подниматься на более высокие ступени. Конечно, им нужна добавка силы и помощь определенная. Но это приходит к ним согласно ступеням, на которых они находятся, души эти. Так что имеется в виду совершать чудеса для них? Чудеса — это имена, на которых и которыми пользуются в некоторых местах. Иногда говорят о чудесах, что это не приходит, не положено на этой ступени, потому что эта ступень не ожидает этого, не полагается ей как бы. Есть такие переходы из одного состояния в другое, когда нижний не понимает, почему это ему положено, а высший делает над ним такие исправления. Ну и еще поговорим об этом. Есть много видов.